Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, смотрите продолжение сетевой партии за Майю в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых. Начало в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть сначала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Вам всем приятного продолжения просмотра и, пожалуйста, не забывайте делать шорцы, ставить лайки, оставлять комментарии. Этот я никуда не могу выше подвинуть, чтобы эту, например, выше сделать, да? То есть я... Кинь меточку, пожалуйста, уж у меня тоже посел вверх топчет туда уже. Ой, я не тому поставил. Давайте, наверное, исход видишь, евангелистов. Правильно поставил. 4 очка. Да, норм, норм. Нормально. То есть, а я справа могу ставить, да, без проблем? Но не в четвертом радиусе. Не в четвертом. Все, окей, ставим. Да, не могу пока тут ферму. Так, парни, такой вопрос теоретически. Максимум же 4 пророка. Да, написано, заходишь в религию, и там всего если религия. Если там уже у кого-то что-то идет, то нету смысла строить, правильно? Ты его можешь обогнать и на проектах. Не, ну если у него уже идут очки, значит у него построено. У меня еще там энное количество ходов будет строиться. Значит, ну и что? А потом вдруг он проекты делать не будет, ты же не знаешь. Там еще дело в том, что вот там отображаются некоторые люди, которые уже взяли религию. У них тоже показывает, что пророк идет. Вот, например, у меня и у убийцы уже есть религия, но мы все равно там числимся. О, хорошо, юниты не стояли никакие. Я бы сказал так, что пока четвертая религия вакантна. Да. А мне... Ну, а. Уровень. Так, ставим на поселенца, я думаю. Или все-таки пока еще оставить. Я все равно буду священное место и проект читать. Так, тут Магнуса повышаем на снабжение. А, блин, у меня тут фермы поломал. Так, пошли так. Так, орошение отложим. Военную традицию, наверное, международную торговлю. Международную торговлю пока. О, это ж Нубия. Фига тут, конечно, с двумя геотермалками. Если бы я не за Майя играл, это было бы крутое. Ну, крутое место для Нуби. Тут плюс 4, да? Кампус. Ну, я не вижу, если кто напишет, конечно, в комментариях. Ну, по-моему, тут больше город не влазит. Так что у меня в итоге 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А... В идеальном случае 12 можно поставить. Так что вроде более-менее получилось. А, нет, 12 без столицы. Значит, минус 2 города у меня только. Ну, это нормально. Кстати, это ничего так. Рабочая тема. Теперь надо соображать, куда обсерватории ставить и как... Ну, в столице понятно, да? В Капане тоже понятно, где. В Ушмале, видимо, сюда поставим. Не, кстати... А, ну стрезаем. Ну давай сначала железо обработаем, потом цитрусовые. Тут, конечно, будет затапливать... И у меня получается на том месте, где я стал... Вот тут, наверное, блин. Получается, на этой реке невозможно... Какая река вообще?
Грехальва, да? А тут... Грехальфа. А, нет, может быть, здесь где-то можно будет... Грехальва. Во, слава богу, вот тут ставится дамба, соответственно... Причем-то я не помню, ну... Как это работает? Вот Грехальва по всей длине, да? Если я тут поставлю дамбу, то будут ли тут затопления? Арчи? Да. Или оно... Прими дружбу. Оно вроде на всю реку будет считаться. Так, а что мы дальше, если колесо? Кстати, давай. Ускорю, потому что рудник поставлю. Ну ты прими, я просто не отжимаю. Берешь. Что тут взяли трудовую Боишься. Дисциплину и накорми мир. Ну просто не хотел покупать. Естественно. Этого прачника просто. Ну и лучника. Так, почитаем проекты для религии. Ты не взял религию. Есть смысл в том, что ты построил? Ноль, правильно же? Ну, допустим, ты построил там священное место, и у тебя нет религии, оно же ничего не дает. Ну, веру дает. Оно дает веру. А имеет смысл вера без религии? Конечно. Имеет. Мне кажется, один раз мне достаточно будет почитать, благодаря устремлению Золотого века. Так, вот теперь я думаю, поставим таки на поселенцев. И через два хода будем поселенцев клепать. Просто тупо надо все поселенцами забить. Так, где политическая философия? Ага. Тогда военную традицию и политическую философию, соответственно. Так, мне эту клетку надо выкупить 50, и вот эту клетку тоже 50, да? Тогда, наверное, пойдем тут пока лес вырубим. Здесь лес вырубим. Блин, мне эту клетку надо выкупить, чтобы обсерваторию устроить. Ладно, давайте торговца пока. Нету денег на выкуп клеток. Маскат стал союзником. Заповедник, военный лагерь. Так, ну более-менее вроде разобрались. Так, тут хулиганы зрения лишают. Тут выкупаем клеточку, ставим так, и у нас плюс 3. Убе, удачи тебе. Там к тебе два орла идут. А у меня там мой этот уникальный лук строится, поэтому. Пусть сейчас идут. Я постою здесь просто
территорию подержу. А ты хочешь справа от моей стольни, что ли, город ткнуть? Ну, я хочу пустыню зацепить и где-нибудь там справа к реке. Я, наверное, из столицы отправлю, потому что столица реально растет. Бля, а что у меня один, постоянно один ход остается? Короче, тебе метку кину, сам посмотришь, хорошо? Куда? Что это? Блин, что вот это за лаги? Куда-то туда нарисовался прачник. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, священное место, знаете, где вот сюда ставится на плюс 4? Между прочим. Так, кому Майя? Ну, в иудаизм, наверное, будут верить. Святилище, религиозное сообщество. Привет. Давайте на религиозное сообщество. Как раз из столицы я буду отправлять, а тут возьмем гурдвару на еду. Я просто не видел, куда прыгну. Так, тут... Да, наверное, в Ушмаль пускай. Сколько стоит эту клетку купить? 35. Один ход подождем. Надо так, обсерваторию. Парень, нужна помощь. Зачем вера, если у тебя нет религии? Что можно за нее покупать? Великих людей. Юниты. Юнит это если правительство, да, правильно стоит? Нет. Да, здание некое. Здание в правительственной площади надо построить. А, поселов и строителей при золотой эпохе. Почему у тебя нет религии, ты успеваешь? У нас два человека основали религию, третий, вот кореец еще основывает, и вот у тебя получается ты четвертый. Так нет, там Лас Леша будет получается. В смысле, я основал религию только что. А, нет, все, тогда скорее последний. Но ты можешь его обогнать, если будешь считать проект. Корей, убери, пожалуйста, разведчика. А, убираю, убираю, да. Блин, или клетку лучше купить. Я бы, наверное, лучше клетку купил. Да, мне там надо проапнуться, мне ко мне мечник идет. Так, уже плюс 5. И еще одну ферму. Ну, кстати, по-моему, этого уже не... А, не, добавит ферма. Будет плюс 6. Нормально у меня так, все-таки. Такой вопрос. Если больше нельзя получить великого пророка, Стоунхэш это решает или нет? Нет. Да. Феракс из Краш сейчас вызовешь своим вопросом. Так, пошли, наверное, вот сюда. Эта клетка сколько стоит? 55. То следующим ходом. Я бы священочку строил на самом деле в Капане. Так как у меня речная богиня, то это. Ну, в тему будет. Что отложу просто производство. А в Уакабнале просто безостановочно этих. Надо делать поселенцев. Лучники, конечно, неприятная хрень.
Карточка на поселенцев стоит. Магнус у нас не теряет жителей в столице. Так, я ж могу, по-моему, уже вырубать, да, тропические леса? Да. Грег, я тебя ткнул. Блин, ладно, вырублю лес. Все равно там надо будет ферму когда-нибудь доставить. Да, я перестал кидать тебе метку, слишком далеко от тебя получается. А, ну окей. Не, просто думал, ты вот на мою метку, которую я поставил, туда хочешь ставить. Не-не-не. Я вот этого не понял. Ромашка еще не придумана. Я близко к тебе подошел, там варвары просто. Ну, ромашку где-то вот здесь надо делать. Их много, я обходил их. Похоже. Тут ничего нету вообще. Блин, а мне ж убьют прачника сейчас. Твою мать, что тут происходит вообще? Блин, я бы тут, конечно, город ставил. Но там варвары могут его тупо взять. Ладно, сюда поведу тогда. Апельсинки нужны? Строители нужны. Также будет мед через два хода. Так, а что мы возьмем? Скоро будет хлопок. Блин, ну как вот я... Два лучника, просто надо было отойти прачником и все. И тут давай, бы этот мне хлопок. Этот дуболом похрен. Давай через два хода. Зачем я убивал дуба? Ну тут лучник стреляет и дуболом, например, добивает. Два лучника стреляют. Ну минус прачник, причем прокачанный. Надо, наверное, своего этого хульче делать. Правда, они могут еще вот этого убить, воина. Ну почему? А зона контроля разве сейчас не сработала от... Ну это дебилизм какой-то. Тут стоял... Дуболом Таруги. Как вот этот чувак прошел мимо него? Арчи. Трындец. Да? Ладно, хуйчей сделаем. Я понимаю, тебя Леша где-то недалеко. Возможно. Ну, я просто много действий уже почти всех нашел. И мы так рядом, так что я догадываюсь, что где-то он недалеко там. Места это просто шок. Но это все из-за ебаного Эфиопа, блядь. Не ругайся. Ой, сорян. Создание строителей еще поставлю. Кто у нас за Эфиопа играет? Я. Ну, кикаем тебя. А что ты его взял тогда? Место, да блин, ну, как бы знаешь, надежда умирает последней. Это знаешь, вот то же самое из разряда, типа, все, больше никогда не играем там в десятером там. А потом, ну давай и попробуем. Блин, по-моему, может поселенца мне захватить. Ох. Так, подождите, а где у нас исторические хроники? Мне вот туда надо идти. По-моему, может захватить поселенца. Но он этого не сделал, слава богу. Да как? Почему ход... А почему ход закончился? Тут же нету болота. Появился мед на продажу. Кидай, кидай. И у меня здесь просто варвары со всех сторон. У меня такая же, кидай это куда? Или? А вот теперь точно может, если это, конечно, из этого лагеря, а он, скорее всего, из него...
Строительство мы тут никак не исследуем, да? Две галеры, деньги. Блин, у меня бухта Халонг реально в бухте и реально закрывает одну клетку проплыва ко мне. То есть тут она будет зашибись работать, плюс 15 силы. Надо будет потестить. Кому надо? Науке. Грязи, на меня легионы нападают. Меня разведчика убили, так и не нашел Лёшу. Хульче, по-моему, против раненых. Да, плюс 5 против раненых. Пока не буду выходить рабочим. О, Нубия. Ну, к сожалению, у нас с тобой война сейчас будет. Ты поставил город, где я должен ставить. Как можно было так в 6 клетках поставить от моей столицы? Ты нормальный? Может, давай ты просто мне его передашь, я его сотру? Меня не слышно, что ли? Я подумаю. Слышно, слышно. Раз, два, три, четыре, да? Ты мне просто минус 2 города сделал, как бы, вот. Своим. И что ты предлагаешь? Мне в любом случае там город нужен, там моя столь недалеко. Ну ты мне минус 2 года, у меня цивилизация в курсе какая, я не могу дальше 6 клеток ставить. То есть ты мне предлагаешь просто минус 2 города для себя. Я тебя не вижу, чтобы что-то видеть. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Надо хульче строить и идти. Интересно, что круче? Уникальные юниты. Ну, вообще, у Нуби лучшие юниты, чем у Майя. А у кого-то есть много места? Вот у Арчи много места? У меня там тундра внизу. То есть ты хочешь сказать, Нуби, что этот город стоит... А, так туда еще и Виктора посадил, то есть мы упарываемся, ясно? Англия, дружба. Ты хочешь сказать, что этот город в 6 клетках от твоей столицы, да? В 8. Ну так и чье это место тогда, по-твоему, если он в 6 от моей? Я тебя не вижу. Какие ко мне вопросы? Ну мы решим с этим городом или мы воюем? Я предлагаю найти компромисс какой-то. Ну какой компромисс? Война. У меня города в 6 клетках я могу ставить. Я ж не как бы возьму, просто в 6 клетках. По соседству. Я что не буду... Что по соседству? Так этот город ты мне закрываешь сразу для двух городов. К какому соседству? У меня нету компромиссов. Война. У меня нету вариантов просто. Город в 6 клетках у меня от столицы, города, ставятся города в 6 клетках максимум. Я дальше даже не могу ставить. Я тебе напомню просто, что у меня в 6 клетках еще и плюс к силе у юнитов.
Война! Флакон, ты же война. Окажешь поддержку война. Своему надежному товарищу и другу? Парни, кинчи 10 золота. Блин, я не знаю, а почему ты не можешь на компромисс пойти поставить на одну клетку в сторону? Тебе на одну клетку надо влево поставить город, и все, на одну. На одну могу. Ты же не предлагал этого. Парни, 10 золота, я помогаю вам в войне. Короче, давай договоримся, я забираю этот город, стираю его, ты на одну клетку влево ставишь. Ну, попробуй. Ой, на. То есть ты будешь сопротивляться? Ну и, как бы, ты уников моих знаешь, как бы сейчас стена, Виктор, я не знаю, как ты его хочешь на сколько брать, ну, окей. Если так, так и у меня знаешь. Уники. Ну, посмотрим, как бы. Так а зачем нам упарываться, если мы можем договориться? Вот ты говоришь компромисс. Вот я тебе предложил компромисс. Это же вопрос развития. Ты просто этим городом убиваешь мне развитие, потому что я не могу города поставить. Как бы у меня цивилизация, которая чисто так ставит города. Все. Сейчас я тебе отвечу, подожди. Так, что-то я не соображу, где мне здесь ставить обсерваторию. Типа места у тебя нигде нет, да? У меня есть место, но у меня города в шести клетках. Господи, что, сколько раз мне это повторить? У меня есть место в шести клетках. Я дальше шести клеток от столицы не ставлю города. Вот, я сейчас тебе, кстати, покажу метку, это будет, чтобы ты видел. Вот я поставил метку, это в трех клетках от столицы, чтобы вот сюда поставить город. И твой город, получается, мне эту возможность убил. Ну, а чуть ниже спуститься, why not? Бля, ну, слушай... Ну, ты понимаешь, я вокруг столицы в трех клетках ставлю несколько городов. У меня ниже уже стоит город. Ниже стоит город. И выше стоит. Вот у меня город. Плюс вот этот твой город еще и в шести клетках убил. Этот город в трех клетках. Еще в шести клетках у меня город должен был стоять. Все рассчитано. Я, в общем, сейчас на одну клетку перемещусь влево на банан. Как можно от города отказаться? Ну, мне его передать, его или при передаче он не сжигается? Не сжигается, надо захватывать. Значит, захватывать мне надо. И сколько это? Ну, у меня юнит вон уже подходит. Я не знаю, сколько. Что это за юнит? Кульче. Да давай, сейчас. Без сопротивления не так долго. Надо война, парни. Блин, мне надо святилище и купить. Может, святилище купить просто? 140. Не, походу, построить надо.
и распространить религию свою, а то тут, видите, уже влияет. Да блин. Еще холмы. Так, может, тут еще священочку. Ну, нам на реке надо ставить. У меня ж, как вы понимаете... Могу на хлопок поменять. Причем сюда, а не сюда, потому что тут фермы, мы должны вокруг... Предлагай, Арчи, если... Перси, если открыл, потому что я одному не вижу. Я уже кинул. Надо, наверное, вернуться здесь, ферму сделать. Надеюсь, что скаут сейчас просто уйдет. Но вот этот... Да. Вот этот... Вулкан выглядит опасно. Мы можем на 50-м ходу перерыв на минут 10 сделать? Мы на смене эпок сделаем, когда там античность закончится. Ну, мне надо на 50-м ходу уже перерыв. Короче, ну окей. Ну что, объявляю войну, Нубе? Да-да-да. Мы договорились, да? Я на бананы ставлю. А, или, а вот выше могу поставить вот... А, нет, нах... Нет, нет, не буду. Или буду? Нет, можно на лес сверху? На лес сверху? Да, тоже нормально. Да. Ну, то есть вот на одну клетку вот этот, который лес чуть левее и выше, да? Ну, да, да, да. Вот мы хотя, не, хотя нет, я не буду там тебе нападать, потом будет удобней. Да нет, у Майи нету сидит смысла нападать. Ты понимаешь, да. Мне города дальше шести клеток... И эти, и районы не работают, потому что по-другому, и штраф на еще. 100, там, на 120-м ходу вспомним твои слова. Блин, а что там за мечник варварский, охренеть? Тут уже латники варварские бегают. А, легионы. Да я типа пришел город захватывать, а мне сейчас этот мечник сейчас еще... А, нет. Я там я лучником... А зачем ты стены построил? Я забыл снять. Ты прикалываешься, господи. Смотри, я Виктора увел, все нормально. Ну да, теперь немножко подольше будет, тебе не кажется? Ну, идет норм. Так, убирай таймер, что так просил? Перерыв. А, я и забыл. А, так ты сам и просил, сам и таймер. Да, да, сам и просил, сам и забыл. А у меня сегодня не влазит город, фак. А как я так посчитал? Так, ну что, мы на сколько уходим? Ну тогда сюда надо. 10-15 минут. Нет, слушай, так это к лучшему даже. То я был... Под... Слушайте, он меня не убьет? Ой, блин. Я флакона не встретил, да? Значит, он далеко очень. Дорогу, кстати, союзить надо. Так, а где у нас?
Так. Тут покупаем миссионеров. Я бы сразу два купил. 100%. А, 5. А, точно, у меня же золотой век. У меня же золотой век. Ну, все равно 2 давайте купим. Блин, где он? А я исторически... О, блин, молодец. Там еще Таруган мне войну объявила. Я соседство кампуса не поставил. Плюс 7 науки. Малайчинка. Так, теологию давайте. Наверное, надо будет заплатить, чтобы поставить. Я не хочу 3 хода ждать. 7 науки, это, извините, треть. Не, четверть. Четверть. Плюс четверть, как бы. Это много. Так, ну вроде мы всеми походили. Не, вот это от Нупи, конечно, несподеванка. Я не ожидал, что он даже соберется сюда ставить. Так, я еще могу... Могу еще Губера посадить. Давайте, может... Я что-то думаю, что сначала Лян надо, потому что у меня именно что фермы... В Капан, может, пока. То есть Пингалу я потом когда-нибудь в Кабналь посажу, потому что он будет самый большой у меня город. Но это потом. Когда поселенцы всякие. Но мне бы, честно говоря, в Золотой век выйти и взять покупку поселенцев за веру. Верно. Так, у нас тут сейв загрузился, потому уже, что я уже принимал. Проблемки было, были. День раз, два, три, четыре, пять, А, подождите. Два, три, четыре. А я тут не могу вообще нигде город поставить. Черт, а как я так посчитал? Ну, потому что вот здесь было бы 6. А как так получилось? Блин. Мне уходить отсюда надо. Так, давайте сначала рабочего... Потому что мне вот тут надо вырубать. Кстати, и на бананах можно тропический лес убрать. Так, у меня походу минус прачник будет. А, я уже принял. Я думал, мы сейчас сейф загрузили. Блин. Ладно, я Лян решил назначить сначала. Потому что мне нужно больше зарядов рабочих. Так, кроме того, я тут покупал миссионеров, я помню. С 5 зарядами. И идем в теологию. Надо ли мне амбар строить? У меня, в принципе, фермы же нормальные так дают. Да. Петра, наверное, нет. Давайте, наверное, просто строителей делать. Да. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство.
Спасибо за поддержку. До следующих видео.